Приветствую вас в этом видеоуроке. На связи Вячеслав Опилкин. И я очень рад, что вы уже дошли до четвертого урока. И в этом видео я вам покажу обзор проекта «Просто гей» и возможность получить 15 дней работы в Super SMM и ВК Босс. Итак, для того, чтобы нам зарегистрироваться в проекте «Просто гей», нужно будет перейти по ссылке под этим видео. Вот, и мы перейдем на такую страничку. После этого нам нужно будет нажать «Продолжить», еще раз «Продолжить», «Продолжить», «Продолжить». И вот здесь вот есть такая кнопочка «Регистрация». Нажимаем ее. Здесь, получается, я буду вашим пригласителем в этом проекте. И здесь вам нужно будет заполнить имя, email, ввести свой телефон, придумать пароль и нажать на кнопочку «Я не робот». Все, после этого нажимаем кнопочку «Регистрация». Я уже в этом проекте зарегистрирован, и теперь я зайду в свой личный кабинет и покажу вам, что это за проект и какие перспективы и возможность заработка вы можете получить, участвуя в этом проекте. Все, после того, как вы зарегистрируетесь, у вас появится вот такая вот страничка. И получается, здесь вход к платным материалам в этом проекте стоит 12,5 долларов. А также для того, чтобы участвовать в партнерской программе этого проекта, вот, то есть нам необходимо будет оплатить вот эту первую матрицу. Здесь получается матричный проект, но это я вам покажу немножко позже, уже на своем основном аккаунте. Давайте перейдем туда, и я вам покажу, какие возможности нам дает проект и что здесь можно получить для нашей работы. Итак, давайте я вам подробно расскажу, какие возможности нам открывает этот проект и какие деньги мы можем зарабатывать с помощью этого проекта. То есть в этом проекте на данный момент сейчас существует матричная партнерская программа. Вот такой вот уровень. Я, например, стою наверху, и партнеры, которые регистрируются подо мной, они заходят вот на эти 6 ячеек. То есть, когда у вас закрывается эта матрица, то есть вы получаете доход 29 долларов. Получается, с первых приглашенных вы получаете 5%, со второго приглашенного получаете уже 95%. То есть все деньги здесь остаются в сети, то есть и вы получаете деньги со всех своих партнеров. Также в системе существуют и переливы, то есть если партнер с нижнего уровня, даже бывает, что и с верхнего уровня, вы попадаете под него в какую-то из этих вот матриц, то есть вы получаете переливы со своих как с вышестоящих партнеров, так и с нижестоящих партнеров. Вот, как видите, у меня уже здесь закрыто 83 круга, и в этой партнерской программе, в этом проекте я участвую со 2 февраля, и можем посмотреть, то есть какие доходы я уже здесь получил. Перейдем в раздел «Арена». Здесь также есть такой вот раздел, где показываются все лидеры проекта. И вот здесь можно перейти в раздел «Статистика», посмотреть. Вот, я уже заработал в этом проекте 7340 долларов. То есть, получается, за 2 месяца это где-то примерно 580 тысяч рублей. То есть, почти меньше, чем за 2 месяца я заработал в этом проекте. Поэтому проект очень классный. Здесь еще планируется ввести новый маркетинг линейный. То есть, и завязан он будет с привлечением подписчиков в Instagram. Поэтому очень крутой проект. Вот, и давайте я вам покажу, какие инструменты мы можем получить в этом проекте. Здесь есть такой раздел «Обучение». Вот, и как раз таки для наших целей здесь есть такой раздел «ВКонтакте на автомате». Здесь отдельные курсы есть. То есть можем изучить, как сторис создавать классные, эффективный старт в этом проекте. И вот интересный раздел «ВКонтакте на автомате». Открываем этот раздел. И вот здесь есть как раз таки урок по сервисам Super SMM и ВК Босс, который я вам показывал в первых двух уроках. И есть второй урок. Здесь как раз таки тоже есть урок по сайту Top Leaders. То есть и как привлекать партнеров как в наш проект, как и на нашу воронку тоже можно будет использовать эти знания. То есть здесь очень все классно. И вот эти вот уроки постоянно добавляются новые. На момент записи пока их 2. Но в дальнейшем здесь планируется еще очень много добавить уроков как раз таки по работе Супер SMM сервисом, ВК Босс, то есть и раскрутки вашего профиля именно ВКонтакте. Вот, и давайте перейдем в раздел «Сервисы», что нас как раз таки очень интересует. И вот здесь вот есть раздел «ВК Босс», где как раз таки можно получить промокоды на использование 14 дней бесплатно этими сервисами. Вот, а также есть промокод на использование 14 дней. Но я пробовал, в итоге там получается даже 15 дней бесплатно дается на пользование вот этими сервисами. То есть как раз таки, когда мы будем запускать всю нашу систему, мы сможем активировать вот эти вот промокоды и уже, грубо говоря, сэкономить на этих сервисах где-то около 1000 рублей, то как на ВК Босс и на Супер SMM.
То есть мы получим такую экономию в итоге. То есть заплатив те же самые 1000 рублей, мы их здесь окупаем. То есть участие в этой партнерской программе нам, грубо говоря, окупается сразу же. Но также здесь есть очень интересный сервис «Визитка для Инстаграм». То есть вы можете сделать визитку в Инстаграм, где обычно в Инстаграм можно разместить только одну ссылочку. Здесь же можно... Сейчас давайте я вам покажу, как это работает. То здесь можно сделать вот такую визиточку, где можно разместить уже все свои ссылки, партнерские какие-то контакты из социальных сетей, доставить, поставить видео. То есть, в принципе, в курсе, которым вы узнаете уже в 5-м уроке, я все эти моменты рассмотрю и покажу, как можно все это настроить и привлекать трафик уже именно со всех вот этих вот наших проектов. То есть мы здесь все это завяжем в одну единую целую систему и настроим поток трафика уже на именно вот эту подписную страницу, которая уже будет вести человека вот по этим же самым урокам, и он будет все это повторять и как собирать свою подписную базу, так и уже зарабатывать на всех вот этих проектах и сервисах. То есть очень классную систему, но о ней вы узнаете уже в 5-м уроке. Поэтому давайте продолжим обзор этого. Давайте вернемся к сервисам. То есть также здесь еще есть сервисы для Instagram. То есть очень много разных полезных сервисов, которые помогут вам в дальнейшем, то есть уже работать также и с Instagram и привлекать подписчиков через Instagram. Проект этот очень классный. Я думаю, вам он очень понравится, потому что он только начинает свои обороты. Здесь в дальнейшем появится очень много уроков именно по личностному росту, то есть по возможности научиться, как зарабатывать, например, в том же ВКонтакте, как зарабатывать в Инстаграм. То есть здесь можно будет посмотреть все это обучение, пройти его и уже начать зарабатывать не только вот на самом проекте, то есть, но и обучиться профессии, которая, в принципе, вот сейчас у нас возник кризис, и она такая профессия очень востребовательная. То есть, ну и вообще она такая профессия будет востребовательна всегда. Вот, и для того, чтобы получить доступ ко всему этому материалу, то есть ко всем сервисам, ко всем вот этим вот скидочкам, то есть нам нужно будет оплатить первую матрицу. То есть у меня она здесь оплачена. Вот у меня оплачена даже здесь матрица до 640 долларов. Чем больше у вас оплачена матрица, тем больше можно получать доход уже с каждой матрицы. То есть при закрытии каждой матрицы такой, то есть вы уже получаете там не 10 долларов, а, например, 40 долларов, там 80 долларов, 160, например, долларов, также 320 долларов можно получать, 640 и вот так вот до 2500. То есть все вот эти вот деньги, которые будут оплачивать, также вот наша структура, они будут вам попадать на кошелек. Вот, и давайте я перейду в другой свой кабинет. У вас будет такая же надпись. То есть, когда вы только зарегистрировались, можно будет нажать на кнопочку «Оплатить» и здесь уже выбрать удобный для вас способ оплаты через Payeer, через Perfect Money, через Яндекс, Visa. То есть, ну, мне вот удобно, например, через карту оплатить. То есть, нажимаем. Здесь можно будет выбрать способ оплаты. Яндекс, Виза. Можно выбрать карту, например. Все, вводим номер карты, забиваем все свои данные и нажимаем оплатить. То есть я сейчас пока этого делать не буду, а вообще, в принципе, можно это будет сделать вот так вот. Вот, оплата этой матрицы нам необходима будет, чтобы уже получить доступ и участвовать в партнерской программе. Потому что когда человек будет идти по тем урокам, которые вы сейчас проходите, вот, он также захочет зарегистрироваться в этом проекте, оплатить первую матрицу, и чтобы он не попал, например, под меня, вам нужно будет оплатить хотя бы первую матрицу, и тогда уже этот человек зарегистрируется под вами. Вот и все, после того, как вы оплатите матрицу, то есть уже у вас появится вот этот раздел, здесь пока его нет, появится раздел, вы появится первая матрица, где вы будете стоять вот так вот наверху, как я вам показывал, и у вас уже вот здесь откроется раздел, то есть сейчас все вот эти вот сервисы и функции здесь недоступны, и у вас уже потом появятся вот эти вот скидки. Но эти скидки уже можно будет потом применить, когда вы настроите систему, которую я вам расскажу в следующем уроке. Поэтому обязательно переходите к 5-му уроку. А сейчас я вам покажу, что нужно сделать домашним заданием, то есть это оплатить первую матрицу и заполнить мой аккаунт своими данными. Здесь вам нужно будет имя ввести, телефон, но это у вас уже все должно быть прописаться. Также можно будет завести реквизиты, то есть куда можно будет выводить деньги. То есть здесь разные банковские карты, Perfect Money, Payeer, очень много выводов. Прописать свой профиль в Instagram можно будет. Подключить Telegram-бота. Вот и также здесь можно, в принципе, все оставить, то есть как здесь есть, пока ничего не настраивать. То есть это будет уже потом все настройки, когда вы будете уже делать эту систему. Все, под этим видео, получается, будет ссылочка на доступ к этому проекту, то есть переходите, регистрируйтесь, по возможности оплатить первую матрицу и
заполнить свои данные в разделе «Мой аккаунт». Все, на этом этот урок я заканчиваю. Обязательно переходите к просмотру пятого урока, и вы узнаете, как получить всю вот эту вот систему, как ее настроить, как начать привлекать трафик и уже зарабатывать на всем на этом очень хорошие деньги. На связи был Вячеслав Опилкин. Жду вас в следующем уроке.